Всех приветствую, дорогие друзья. С вами Заюлян. Я благодарен всем тем людям, которые меня смотрят и подписаны на меня. А если вы еще не подписаны, то обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить очередной интересный видеоролик. Приятного просмотра, а мы начинаем. Это был 2018 год, начало учебного года. Я только переехал в общагу, вот так эта общага выглядит. Я познакомился с новыми ребятами, так сказать, с новым коллективом. Там жили мои одноклассники, одноклассницы. Но, конечно, в первое впечатление у меня сложилось не очень о них. Уходи! Но дальше, когда мы уже получше друг друга узнали и получше познакомились, все было уже нормально. У нас был свой блок, в котором мы жили. Одна комната для двоих и вторая комната для троих. И, конечно же, кухня и душевая. В трешке как раз жили нормальные пацаны. Даниэль, Женя, потом Женя уехал, приехал Валера. Короче, пацаны, большой вам привет и респект. Всем привет, с вами Заюлян. Так, я вам покажу свое рабочее место. Здесь я учусь, это мои тетради. Это мой компьютер, отдел презентации, это мой фонарь. Это мой чайник, еда, колонка, камуфляжная, все заценили JBL. Заставь бы снижать. Это что? Хорошо пахнет. Это что? Это капуста. Китайская. Это капуста. Ты снимаешь? Да, да, да. На украинском просим. Украинскую му. Иди нахуй. Иди нахуй. Я вам покажу моих соседей. Це Валерик. Це Валерик Лагно, Луганской области. Наш собрат. Посрал, блядь. Це Даниэль. Це Саня. Це... Це Коль посрал. Це Дани Хелл. Он с Казахстана. Но русский. Да, снимаю нахуй. Давайте снимем. Да пошел нахуй. Так, блядь, ребята. Правда снимаем? Не видно, блядь. Да. А вытяну вот так. Да, ребят, это новый контент, блядь, команда Б, блядь. Артём. Это видеосъемка. Это Артём, он с Самарой. Добрый вечер. Да, добрый вечер, ребятушки. Вот, на канал снимаем, YouTube. А, ясно. Да, это камера Юлиана. А он куда сам съебался? А он 200... сейчас, секунду. 205-й. 205-й, все, спасибо. Пожалуйста, обращайся. Вы идете? А? Идете сейчас? Идем. Идем, конечно, давай, давай. Ну, ты уже готов? Конечно. Да так иди. Так иди, заебись. Ну все. Блядь, а что она выключила? Саня, блядь. Сань, что экран, блядь, не работает? Работает. А, это работает. Ладно, Юлиан, тебе привет, все дела, выключай нахуй хуйню. Сначала жил в двушке, но потом, когда понял, что у меня сосед долбоёб, я переехал в трёшку. Соседа, кстати, звали Кирилл, дабл Л. Прошло уже где-то недели три, и этот Кирилл со своим дружбаном, с которым он жил в двушке, два сапога пара, начали, ну как вам сказать, помягче. Вот есть не убрать за собой, там, намусорить. Они тупо начали гадить, не по-детски. Я понимаю, все мы люди склонны допускать ошибки. Ну, один раз они не убрали, второй раз они не убрали. Ну, с кем не бывает. Но когда это продолжается почти каждый день, мы им делаем замечания, они извиняются, говорят, что больше такого не повторится. И на следующий же день повторяется та же самая картина Репина и все в дерьме. А теперь обращение к этим двум сырунам. Иди нахуй. А мы продолжаем. Сейчас я вам покажу некоторые отрезки из видео, которые мне удалось сохранить. Внимание на экран. Даниэль, расскажите, как нужно правильно играть в игру Fortnite. Что? То есть профессионал в своем деле. Да, блять. Дайте слушать. Можно слушать с вами? Да, здравствуйте. Пидорасы, блять. Мама, привет. Привет. Привет, послушайся. Ярик сегодня у нас видеорегистратор. Так, сейчас я вам покажу, где я живу. Так, вот это наша кухня, опять на самом деле. Кирилл, вот просто, почему ты не убрал за собой? Блять, нахуй, откуда вы мое масло трогаете, а? Я не трогаю твое масло. Кто берет мое масло, я не понял. А? Я купил масло. И чё? И оно куда-то исчезает. А, наверное, это мы берём. Ты, прежде чем кидать мне претензии, подумайте о себе. Мы ничего не брали, ты дурак, блядь, меня дома не было. А хули ты меня, блядь, оскорбляешь? Я не дурак. Я подозреваю... Слышишь, блядь, я сейчас встану, тебе уйду, блядь. Разговаривай нормально.
А хули он раскидывает претензии, я не понимаю. В смысле хули? Ты... А вот так хули. Ну то есть это нормально насрать за собой? То есть это нормально взять мое масло? Да, блять, кто брал твое масло? Я тебе говорю, убери за собой. Ты насрал, убери. То есть вы не хотите, да, признавать себя? Сейчас я признаю себя, ну да, я сейчас уберу, а вы не хотите, да? Бля. Я вас прошу, просто убирайте за собой, не оставляйте срать. Насрали, уберите. Пизда. Сейчас бегу. Мы не брали твое масло. Че ты залетаешь к нам с претензиями с какими-то? Пидарас, иди покажите. Все, блин. Короче, захожу я такой в ванную. Блин, волосы поставлял этот мудак. Вот. Я тогда пришел. Блин, тупо не убирает, еще походу я не сниму, блядь, за собой мудак. Блядь, пришел, захожу, блядь, и там на стучке, блядь, волосы. Прикинь, вот так разложил. Он походу там надо медитировать. Я такой говорю, это что за хуйня, блядь? Он говорит, блядь, сори, не вытер. И сразу съебался. Блядь, что за пизда. Ярый, водила. А еще тоже, сейчас чекайте, блядь. Тупо система безопасности, блядь, никто не проникает в комнату, блядь. Вот так, тупо заходи, бери, что хочешь, блядь. Тут оно, тоже бардак, блядь. Всякие туда анальные игрушки, блядь, лежат его. Ну ладно, закроем, что. Блядь. Ну тупо система. Пидарас, он пошел на свои ебаные танцы, блядь, долбоёб, блядь. Че он каждый день, блядь, бреет, мне интересно, каждый день, блядь. Ну, что он ходит, выбривает, походу, что ебанулся. Он, наверное, на один раз на танцы сходит, а на потом растает уже. Он, блядь, каждый день что-то бреет, блядь. Ой, Ярик водила просто, я просто в шоке. Короче, цветов. Пиздец, блядь. Ты, блядь, ты чё каждый день бреешь? Ну всё? Ага, всё, в ванну, блядь, посмотри в умывальник. Ой. Чё ты бреешь, можешь сказать каждый день, блядь? А? Есть что? Слава богу. Мы говорили с тобой насчет этого? А? Говорю, я помню, что договариваюсь, что я буду за собой убирать. Я ж убираю за собой. Все логично. Ты не убираешь, блядь, пока мы тебе не скажем. Все. Что это сейчас? Стой. Ты помнишь наш последний разговор? Ты сказал... Я помню, я буду... мы договорились. Каждый за собой убирает. Ты каждый убираешь? Следит за всем. Ладно, согласен. Ты это каждый раз говоришь, согласен. Я тебя предупреждаю, что будет? Предупреждал? Предупреждал, помню. Ну, а почему это повторяется? Это не повторяется. Это просто происходит с другим. С кем? С другим? С тобой? Смотри, Кирилл... Я имею в виду... другие причины приводят нас к этому разговору. Какие? Ну, давайте так. В прошлый раз было дело, я все время не скрывал за собой свой... Кал. Свои... Да. Говно. Ну да. Угу. Были волосы. Недавно я тоже видел, ты, блядь, не смыл за собой. Не волосы, а, блядь, свои. Скажу, просто волосы, за волосы не разговаривали. Мы за все говорили. Мы за все говорили. Каждый будешь убирать, и сказал, ты будешь за парашей, блядь, следить. Ну, все, я слежу за парашей. Бля, мы говорили все убирать. Ну, за собой все убирать. Мы сказали, ну, ты после нас видел, что оставляют? Ну. Блять, я в туалет сегодня зашел, блять, пасать, сука, я расхотел, блять. Понимаешь, я, блядь, каждый день вижу волосы в умывальнике. Ты сказал, я буду, блядь, следить за этой парашей. Я буду лично, блядь.
настроения этим всем разбираться. Блять, у меня тоже нету. У меня было везде настроение, блять, я зашел туда, у меня настроение пропало. Ну, это знак какой появилось. У кого? Не догадываюсь. А это так, мысли вслух. Не обращайте внимания. А я люблю сам с собой поговорить. Да я слышал, блядь, каждый день. Да, так тоже. Сосредотачиваешься очень хорошо. Ну, блядь, я точно не сосредотачиваюсь. Каждый из нас. Ну, только хоть после 10 дней. Ну, уже вечера. Утром, ебать, сегодня проснулся, нахуй. Ебать, блядь, стон, блядь, у меня мама говорит, кто у тебя там, блядь? Ну чё? Будем решать эту проблему? Подождите, а чё будем, если это должен делать я? Моя ж проблема? Твоя проблема, но ну, мы тут все. Ну, а нас касается это тоже. Бля, да. Только буквально вчера приехал уже, блядь, опять насрали, ну пиздец. Ты думал, то, что все съебались, блядь, никто не увидит это? Ну, я и весь этого обоссанный у тебя всегда. Я как после тебя не зайду, там капли вот так, блядь, разбрызганы. Ну, не всегда. Почему, я... когда я хожу в туалет, я поднимаю рюкзак, а ты его отпускаешь, блядь? Я на него сажусь. Будем загонять. А, вот с этого момента попал друг. Вот. А как у тебя тогда, блядь, моча, блядь, по всему, блядь, сяботку? Не у меня. Я 2 месяца здесь вообще ни разу не сорвался по этому поводу. 2 месяца? Да, мы последний раз мы разговаривали так 2 месяца назад. Нет. Не 2 месяца. В ноябре, по-моему. В декабре. В декабре, в середине. Ты скажешь, что 2 недели продержался? Значит, нужно увеличивать. Смысл увеличивать? Я же говорю, не обращайте внимания, я разговариваю сам с собой, вслух. Может, я тебя поправлю сейчас как-то это? Мысли, блядь, не вслух, блядь, а про себя. Предлагай, что делать будем. Сука. Говори, блядь, не тупи. В том-то и дело, что я туплю. Смотри, можно вопрос? До тебя слова не доходят? Доходят. Не доходят. Может, до тебя что-то другое? Если бы до тебя дошло, ты этого больше не делал. Я да. Бы не повторялось вообще. Один раз, ладно. Даже, второй раз, блядь, заебешь. Все, третий, блядь, это уже пиздец. Ты уже раз 10 это сделал, когда мы тут находимся. Сколько прошло? Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь. 5 месяцев, за 5 месяцев ты раз 20 это сделал. Что ты каждый день бреешь. Вот, блядь, каждый день. У тебя все, каждый день, блядь, волосы гумываники, блядь, можно, блядь, себе шапку, блядь, сцепывать. Ну да, согласен. Блядь, если тебя нету, что это мы будем, блядь, убирать? Почему? Да я здесь все время. Ну да, блядь, я когда к тебе пришел, тебя тут не было. На танцах был. Это единственное, куда я могу отлучиться. Вас, блядь, на танцах учат, блядь? Убирай за собой. Скажи, это было последнее. Потом как-то мы решили их проучить, посмотрели несколько видеороликов на ютубе, как это сделать, и захотели подложить им тухлые куриные яйца, чтобы им было сладко. Короче, объясняем ситуацию. У нас тут есть сожитель, который живет в соседней комнате. Он постоянно не убирает за собой. И, короче, мы только что пришли домой. И он, короче, насрал и оставил кучу свою. Сейчас пойду покажу. Я это замажу. Жесть. Фу, блин. Сейчас покажу, как мы его проучим. Мы берем яйцо, берем ручку, пробиваем 2 отверстия. Небольших. И тупо ныкаем у них в комнате. Еще раз. Сегодня у нас 10 января. Сейчас.
Объясню, короче. 2019 год. Еще раз повторю на эту камеру. Короче, их так понять начнет через неделю, блядь. Это просто, они, я не знаю, они тупо не будут понимать, что это. И с другой стороны. Есть. Опа-на, опа-на, опа-на. Тупо газовая бомба. Что, оставляем, короче, пока. Покажи, отверстие покажи. Короче, вот. Пробил, короче, два отверстия. Давай. Сейчас, короче, пойдем. Фу, тут воняет. Короче, где накат-то? Они в своем сращении... Подними этот, как его, вот эту херню. Ложи. Ложи. Реально. Давай. Положил? Да. Все, валю. Ебать. Может, еще у меня яйца? Думаешь? И под Кириллом. А там... Нет, под Кириллом нормально же. Одно пойди. Да мне кажется... Мне кажется... Одно нормально, мне кажется. Если... Ну как строители говорят, мы только что на Ютубе, короче, на Ютубе смотрели... типа видосики, то они говорят, там уже ну жестко, короче, воняет. Типа люди не могут понять, откуда это воняет, и то они ныкают в стене. А мы положили под кровать, это еще жестче будет, мне кажется. Нет, ну жестче, конечно, в стене это было бы пиздец. Ну. Ты представь, что. Ну они не поймут, откуда это, по-любому. Они, ну блин, у них среди своего срача они вообще не поймут, что это произошло. Итак, это будет это, бомба, это бомба. Бомба. Яйценосная бомба. Да. Я просто не знаю, что будет. Она будет вонять так, что даже у нас будет пробивать. Мне кажется, серьезно, и у нас тоже может быть такое. Ну, когда мы будем выходить туда в тамбур, вот, мне кажется, будет штырить по полной программе, типа. Фу, бля, короче, реально контент. Прикинь, что будет. Представляю. Итак, короче, потом до встречи, увидимся, давайте. Бам. Ну, я не знаю, если тогда все получилось. Как раз по этому поводу напишите в комментарии, что вы думаете об этом. И я потом переехал буквально через месяц в квартиру, начал жить как царь в тишине и спокойствии. Спасибо за просмотр, дорогие друзья. Если вам был данный видеоролик интересен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До нового видео, до встречи!